Егор, можно добавить? Я, конечно, работаю, но раз. Это у нас саундчек филармонии Краснодара. Здесь шикарный зал. Раз. Во. Да, да, во. Здоровья ожидает, желает быть лучше. Поет какой-то певец. Не знаю, кто это. В Сочи я не приеду. 6 часов будет концерт. Чтобы я ему еще молиться. Куда посадить? Можно туда, да. Им они в конце слова. Вот отец Макарий. У нас будут архиереи, владыка Исидор и владыка Климент на концерте. Сегодня мы служили литургию с утра. Потом у нас был завтрак. Потом открытие встречи, радость, выставки «Радость слова». А потом да. Обед, потом вот сейчас будет репетиция небольшая. Но я что-то не в форме, немножко. В Медыне не бываю, только проездом. Уши. У меня закладывает вот это ухо, я себя слышу только наполовину, когда говорю или когда пою. Инфекция ходячая. Это я. Как стать спокойнее? Пейте чай травяной. Так. Врачу. Да тут некогда обращаться к врачу. Я попросил купить мне такие таблетки. Мне посоветовали Сумамед какой-то. И мне скоро принесут его. Я его выпью. Когацел еще, там разные такие, антигриппин. Ну, у меня все работает. Девушка, давай разберемся. Белый микрофон. Здесь хорошо. Добрый день. Здравствуйте. Я вас хотел поздравить лично, подойти как-то. Стефан, привет. Не стоит петь. Наверное, сегодня я не буду петь. Не хочу. Откажусь, скажу. Не хочу. Сегодня я болею. Посижу в зале. Я еще не начал гастроли. Рано вставать, но сил нету. Ладно, спасибо большое всем, я отключаюсь.